like you. Be strong to hold the powers of the sun. Привет, дорогие друзья, и мы находимся в Дубравах. И сегодня мы будем просто мы будем ходить и что-то смотреть, да. Вот так вот. Подписывайтесь заранее на канал, да, ставьте лайки. Да, всем удачи. Да, там и тут самолет летит. Вот так. Мы идем куда-то вот по дороге. Здесь очень много машин. Вот так вот. А еще, друзья, вот мы, когда вот идем, мы же не представляем, куда мы идем. Надо нам как-то защищаться, да. И поэтому мы взяли биты. Вот. Мы взяли биты, и мы куда-то идем. Вот у меня есть моя бита. Вот так вот. И мы идем защищаться. Ну, это при условии. Первое, мы никогда не нападаем, да. А вот когда вот мы шли, мы вот нашли очень много сахарной свеклы. Но мы ее, конечно же, брать не будем, потому что она государственная. Мы ее потом сходим в магазин и купим. Да, друзья, вот у нас есть петарды. Корсар 8. Мы будем его взрывать. Сломо. Гуляя по этой странной деревушке, мы нашли бункер какой-то, да. И тут очень странно. Дым. Потому что мы взорвали петарды. Вы увидите этого в следующих видео. Только я не бункер. Вот так вот. Друзья, после того, как мы взорвали здесь петарды, мы уходим дальше. Вот так вот. I'm the only one. Only one. Вот когда мы идем по вот этим замечательным местам, хочется процитировать слова одного очень хорошего человека. Белорусская природа в натуре жесткая, потому что очень красиво, да. А мы идем дальше. Пройдя пару километров, мы нашли какой-то завод. Говорят, что здесь водится кто-то. Вот так вот мы нашли какой-то завод, да. И мы проходим внутрь. Мы сейчас находимся в каком-то помещении. И знаете, это очень прикольно. Вот. Здесь очень круто. Да. Это, как оказалось, бывший спиртзавод. И знаете что? Ха-ха, this is the end. Да. Мы сейчас находимся. Да, у меня, короче, есть селфи-палка. Да. Мы куда-то идем. Да. Я не знаю, кто это. Дальше здесь кто-то, кажется, живет. Но мы, чтобы не портить лишнее. Вот. Это пипец. Это настолько пипец. А еще здесь очень много людей. Вот так. Сейчас мы зашли через это окно. Здесь какой-то склеп. Здесь очень прикольно. Делай светлее, чтобы стало лучше. Мы идем. I saw my future in fun yesterday. Бах. О, смотрите, кажется, я нашел новый вход. Люди, сюда можно было зайти через этаж. Вот. Это типа сегодня мы пришли, мы выходим из мира за 25 лет стал лучше. Вот так вот. О. Здесь очень прикольно. Это какой-то котел. Да, вот так вот. Вся проводка здесь выдрана. Закрыта с той стороны. Дальше мы заходим в новое помещение.
находимся в новом помещении. Здесь что-то прикольное. Заходим в новый зал, и тут диван. Тут диван. Здесь есть какие-то... Скважины для воды. Паспорт, скважины. Это секретная информация. Газета. Газета какого года? 1987. Петарды и смотреть, что здесь да как. Вот так вот. Пух. Да. Очень весело. You're a superhero. Спиртзавода, как оказалось, да. Мы залезли вот туда. Там очень много мазута. Прям куча. Да. Пофоткались там. Фото будет в моем инстаграме. Да. И мы едем домой. Пока на улице уже очень красиво. О, фотку можно сделать. Да. И здесь очень-очень крутая природа. Тут можно чисто крутиться по... Ездить машины, да. Но все равно очень круто здесь. Да. Вот так. Хотелось сказать в конце видео. На второй путь прибывает поезд региональных линий до станции Минск. Да. Поезд региональных линий до станции Минск. Посадка с первым платформом. Мы ждали час. Этот автобус. Не какой автобус, электричку, да. И знаете что? Мне понравился этот день. Надеюсь, вам тоже понравится. Так что ставьте лайки, подписывайтесь. И всем пока. Пока. С вами был Александр Маханьков. Подписывайтесь. Кажется, я это уже говорил. Да. Всем пока. А, да, я снимаю. Ой, простите.